Всем хай! С вами Айрон, и сегодня мы будем играть в игру под названием Майнкрафт. Наша самая первая серия. Я зашел впервые в эту игру. Здесь мы будем выполнять ачивки, достижения. Правильно сказать. Это что это достижение? Давайте же добудем наше самое первое дерево в Майнкрафте. Самое прям первое, которое вообще может существовать в этом мире. Так, загляните в правочник. Открыты новые рецепты. Ага, спасибо большое. В этом мире мы будем точно не пару серий, а точно 100 серий по этой игре будет возможно. Но это не точно. Так, мы перекрашиваем в досочки. Делаем, я знаю, нужно верстак. Книжечку бы открыть. О, так хорошо. Так, мы делаем, во-первых, 12 палок. Так, мы кирку сразу же. Сходу делаем кирку. Потому что мне же надо как-то добыть сейчас... В данный момент камень. Каменюку. Так, запись идет хорошо. Очень замечательно. Так, берем деревянную кирочку нашу и пошли вот сюда. Ура! Новое достижение, каменный век. Первая наша земля. Так, каменный век. Все, у нас уже есть три. Три булыжника, так что мы делаем себе хотя бы каменную кирку. Обновка! Новое достижение. Давайте посмотрим. Кнопочка L. Вот, следующее. Куй железа. Выплавите железный слиток. Угу. Хорошо. Давайте сделаем кирочку. Добудем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я знаю, то, что для печки нужно 8... этих булыжников. 8 булыжников. Так. Все, теперь у нас есть печич. Я хочу еще сделать себе дополнительно топорик, чтобы обороняться... Ой, не так. Вот так вот красиво будет. Обороняться от всяких разных монстров, да, и добывать, в принципе, и дерево. Какой же красивый мир, кстати, заспаунился. Я играю, кстати, на снапшоте 1.18. Последняя версия, если что... Господи. Мне в задницу стрельнули. У меня в руке стрела! Блин! У меня в руке стрела. Так... Если честно, вот эти генерации, они какие-то, не знаю, тупые, что ли. Посмотрите, ну что это за генерация такая? Опа! Железо! Уголь! Прям все, что надо! Давай, вперед, Вася, вперед. Опа. Так. Уголек у нас уже есть. У нас уже уголь навалом. Так, у нас еще тут железка рядом. Ой, как круто. Железо добываем. Ура, загляните справочник. Сейчас добудем наше железко. Слушай, да тут прям большая залежь железа. И уголь весь добудем. Почему бы и нет, как говорится. Уголь всегда нужен в хозяйстве. Так. Добываем. Ой, блин. А я на первый раз чихнул на видео. Ой. Что тут у нас? Вон, смотри, уголь. Тьфу, железо. Там железо. Я вижу. У нас тут там есть железо, интересно? Так, тогда будем. Вот я вижу вон там железо. Так что мы можем сделать вот так вот. И не ударись? Не ударись.
Но это чисто Iron Iron Run. Это чисто я. Запрыгнул туда. Опа. Опа. Залезай сюда. Нам нужно прям вот сюда. И здесь где-то находится прям наше железо. Только я не знаю точных координатов. Где же это железо наше? Родимое. Так. Ну и где оно? Где его искать будет? Боже. Вот так вот. Блин. Ну где мне реально железо искать теперь? Опа. Эх, не посмотрел я координаты железа. Опа. А вот оно, кстати. А, не. А, или да. Да, вот оно. Опа, хорошо, 9 железа. 9 железа! Господи, я чуть не упал. Простраиваемся аккуратненько. Железка. Уже 10 железа, слушайте, хорошо. Хорошо, пока навариваемся железом. Пока что нам хватает. То, что просто броню сделать, к примеру. Так. У нас тут простройка. Простроич. Тут вот еще железо. 13 железа. Хорошо. Нормально железо добыли. Опа, вечереет. Вечереет, это плохо, значит, нам надо где-то найти овечек, чтобы сделать кроватку. У меня один будет яичко. Скажите, справочник. Тортик я могу сделать? Ничего себе. Я могу умирать. А то в хардкоре я там скоро буду делать, наверное. Но это не точно. Смотрите, там пещера. Вон там тоже пещера. Ни одной овечки. Вообще ни одной. Я вообще не вижу никакой овечки. Овечек нет. Как я ночь буду переживать, а? Овечки. Вы чего? Вы мне нужны. Думай, Айрон. Думай. Что делать? Где на меня... овец. Овец добыть, а? Где мне овец добыть? Я хочу овец. Мне нужны овцы. Овец пока что нет. Я пока вообще на горизонте их не вижу. Iron Run видит овец. Так и назову ролик. Iron Run в поиске овец. В поисках овцы. Опа! Здорово! Здорово, братанчики! Вы чё? Давай, иди сюда. Бам! Охотник на монстров, крутяк. Еще одно достижение выполнено. Отстань! Отстань! Господи! Ты кто такой вообще? Я тебя не знаю. Я вообще тебя не знаю. Господи. Отстань! Все. Господи. Озеро лавы? Вы что, издеваетесь? Я чуть не умер. Слышь ты. Иди сюда. Еще тебя это самое. Так. Ничего, умирать только. Ну а что еще делать, скажите мне? Самое. Нечего мне больше делать. Так. Как я ночь буду переживать? Господи, зомби апокалипсис. Кстати. Ай, пофиг. Я думал, типа, еда будет халявная от этих зомбарей. Но ничего хорошего от этих зомби я не получу. Кстати. Та-дам. Та-дам. Ой, не так. Та-дам. Делаем 24 факела, чтобы у нас было все отлично. Вообще, можно было бы, знаешь, что сделать?
Во-первых, сейчас поставим сюда факел. Во-вторых, поставим сюда верстак. В-третьих, поставим печку. И поставим переплавлять наше железо. Рудное железо. А пока тут добудем уголька немножечко. Вообще немножечко. Вот это всю, всю залежь угля мы добудем. Айрон в шахтах. Надеюсь, вам залетит Майнкрафт. Куй, железо! Смотрите, сколько... Заглядите в справочник. Давайте сделаем, во-первых, смотрите, щит. Щит. Это полезная штука. И... Ага. Мы можем сделать только... Ё-моё. Палочки нам. Вот так вот палочки. И делаем железную кирочку. Да! И кирка без дела не ржавеет. Еще одна ачивка. Ничего себе. Да мы прям тут ачивками шикуем с ачивками. Так, и еще знаете, что мы сделаем? Вот так вот. Топорик. Во! Для защиты. Чтоб хорошенько было, нормально. Так. Этот. Это мы вот так вот поставим. Это вот так вот. Вот это вот так вот. Все. Хотя бы я теперь защищаться могу. Если на меня кто-то нападет, я могу защититься. Я же все же в этом... С этим... Щитом. Во, щит. Можем, кстати... Слушайте, скелеты, вы где? Я хочу просто сделать ачивку. Не дождетесь. Есть просто такая ачивка здесь. В Майнкрафте. Не дождетесь. Так, 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 так. О, последнее железо сейчас осталось. И мы пойдем в глубочайшую шахту. Глубокую шахту. Господи, как будто он в сантиметре от меня. Вот здесь прям. Так, мы это забираем. Так, мы копаем нашу печич. Копаем нас верстачич. Забираем наш факел. И... Потихоньку, потихоньку спускаемся в самый низ. В самый низ, в самый низ, в самый низ. Чтобы добыть, во-первых, железо. Здравствуйте. А ее железо? Ну, хотя бы тут железо есть. Это уже хорошо. Прям здесь! Вот прям тут, я вам отвечаю. Ага, вот где. Господи! Добрый вечер! Я его убил. Я убил. Так, а где я? А, я в этом месте, что ли? Добрый вечер. Опа, смотрите, сейчас будет... Да, и не дождетесь! Новое достижение. Ага. Давай. На, на. Понял, да? Понял, да, я тебя убил. Нифига себе, мы тут по достижениям, смотрите. Ага. Горячая штучка, доберите. Ну, это далеко. А у Маза тоже. Получите обсидиан. Кстати, дресс-код. Дресс-код, в принципе, хорошая ачивка. Дресс-код. Так, нормально, 14 минут. Серия, наверное, будет минут 30. Чтобы хорошенько было. Смотрите, пойдемте в горы. Пошли в горы. Мы, в принципе, немножко полутали и железо. Можно, в принципе, отправиться... Ты офигел, слышь? Давай, иди сюда, Вася. Я сейчас тебя... Это самое, на апперкот. На, понял, да? Не-не-не-не. Надо, наверное, знаете, лучше пойти... О, я 8 железа добыл, ничего себе. 8 железа. Это как... 4 сердечка. На грудник сделать. Зомби-житель! Зомби-житель! Беги! Беги, зомби-житель тут был. Тихо.
Тихо, тихо. Крипер. Господи, что так лагает? А! Ну, я просто залагала, и это самое просто мне. Крипер взорвал тут. Господи, одно сердечко. Одно сердечко. Что я буду делать, блядь, с этим сердечком, а? У меня же одно сердечко. У меня больше нет хп. Я видел овечку. Овечка? Овечка, ты, пожалуйста, появись. Овечка, появись. Овечка нифига не хочет появляться. Я понял тебя. Так, я не могу разгоняться. Или могу? Могу. Я вас обманул. Опа, там этот паук, 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 паук. О! Господи! Я опять умер. Опять умер. И куда мне? И там равнина была. Я хочу на равнину. Туда, по-моему, да? Да? Я правильно иду? Да, это то самое дерево. То самое дерево. Если сейчас будет где-то взрыв, то значит я в правильном направлении. Где-то меня тут... Ну, не прямо здесь, а где-то... О, овечка! Бау! Минус! Я прожил эту ночь без... конечно, со смертью одной. О! Уголь. Уголь, хорошо-то как. Уголь, 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 уголь. Уголь. Да ё-моё, уголь давай. Уголек, уголек, уголек. Копаем суровый челябинский камень. Знаменитая фраза Неламопа. Кто смотрел Неламопа, ставьте лайки. Ну давай. Ура! Сохранение мира, спасибо. Ура! Наконец-то настало утро. Давайте, знаете, как вот, 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 вот так вот. F1, F2. Да, снимок сохранен, хорошо. Но это чисто ради превьюшечки. Ну, а как... Вон, да-да-да-да-да, мы в правильном направлении идем. Вот здесь меня подорвал этот гребаный крипер. Но я... Ну, я, в принципе, спасся, так сказать. Там была большая пещера внизу. И еще этот, ну, конечно, меня не паук убил, потому что это Йоша. Ага, ага, ага. Иди сюда. Понял, да? Тут, прям, знаете, прям кидается на меня. Кстати, топор такой. Хорошего происхождения. На! 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 Хорошо. Чел хорош. Вот смотри. Смотрите, какая... А, тихо. Шахта огромная. Ё-моё. Что там? Ага, лоза. Уголь. Медь. Больше ничего не вижу. Ладно. Мы к тебе вернемся скоро. Скоро времени мы к тебе вернемся. А пока... О-о-о! Тыковки! Тыковки, тыковки. Тыковки, тыковки, тыковки. Не знаю, зачем они мне, но все равно пусть будут. Пусть всегда будут. Все равно один слот занимает, так что, ну, смысл один, когда что можно забрать прям все. Вот каждую тыковку. И делать, к примеру, големов в будущем. Так. Так, тут косточки, ничего себе, у нас тут косточки. Да портал, 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 портал. Ух ты, ё-моё, чё тут за катакомбы? Господи, у меня лагает даже. Ё-моё, да тут алмазов будет! Я вам отвечаю. Меди дофига я вижу. Ц. Я даже текстурки еще не прогружаются, господи. У меня 0 FPS. Тихо, стой. Матом, реально. Но это еще далеко мне до туда идти, в принципе. Еще далеко. А пока нам надо, знаете, куда пойти?
Где-то овечку, во-первых, добыть еще одну. Потому что еще одну дочь я не прерву. А овечки! Помнишь? Вот и оно. Так. Стой! Да пошла! На! Есть? Да, 3 шерсти есть, ура. Так, ты чисто мне для еды. Мне нафиг твоя шерсть не сдалась. На! 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 Хорошо. Так, сколько у меня? 8 мяса. Хорошо. Еще овечки. Пошли еще овечки. Погрохаем. И пэм! 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 Так. Так. Привет, портал хотел. Ну, я сейчас чисто пробегусь, посмотрю. Кожа, так. Это в будущем вам книги помогут. То есть, нужны будут. Так что кожа нам всегда нужна. Я знаю по своему опыту. О, наконец-то. Хорошо. 6 кож, хорошо. Чё, хорош. Лошадка, прости меня, но я не хотел тебя убивать, но прости. А, плюс кожа. Ну, я, в принципе, их никогда не увижу, так что... Почему бы их не убить? Блин. Ну, дропайте кожу, а? Еще выйдут это самое по защите животных. Не точно гопник будет. Это коняшка. Ну, расти сама. Я ничего не знаю. Я коняшки дома лишил. Это хаги-ваги. Игра сохранена. Спасибо большое. Так. Ну и иди, мясо, в принципе. Оно хорошо. Ну, неплохо, конечно, заполняет, потому что оно не жареное. А сырое. Кстати, свинюшка. Хорошо. А, блин, ладно. Что тут такая за шахта? Опа, смотри, смотри. Добываем железо. Железо всегда. Я буду рад всегда железу. В любых количествах. Может, даже скоро бесконечную ферму железа сделаем. Но это не точно. Да уголь, в принципе, тоже можно подобывать. У меня будут проблемы потом с углем. Что я буду делать? Я помню, у меня были проблемы с ним. Куда я спускаюсь? Господи, куда я спускаюсь, а? Хоть бы в беду не занес с собой бы. Ой, медь. Да медь тут, блин, как пруд пруди, короче. Тут это меди, смотри. У меня 15 меди. Я же не 15 блоков скопал. А у меня целых 15 меди дали. Это мы вскапываем. Так, вот у нас незаконченная залежа уголька. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, давай, вперед. 10-й уровень, ура! У нас первая серия, блин, уже 10-й уровень. Так, смотрим, смотрим. Так, 24 минуты. Ну, я думаю, еще 5 минуточек, может, 10, и нормально будет. Минут 5-10. Нам надо, кстати, дерево добыть. Туда не пойду, я не вижу даже железа, так что я не хочу туда идти пока что. Побежали вон к тому порталу, который там находится. Далеко-далеко. Даже сейчас не видно. Бабка.
Баба Хаги-Ваги. Так. Где она тут? Вон она, да? Правильно, да? Да, конечно, правильно. Почему бы и нет? Энд. Эндермир. Я думал, там будет, кстати, большая шахта. Опа. Хорошо. Наверх. Ну, давай, наверх. Ну, вперед. Вперед, давай. Вперед. Я в тебя верю, давай. О, в принципе, забрались уже. О, я вижу этот зимний лабу вижу. И вот сундук. Кремень, так. Проклятие несъемности нет. Прочность. И бич телестоногих. Я это оставлю, потому что, ну, нафиг. Я один раз надену, и все. И я больше никогда не сниму его. Проклятие несъемности. Это у меня будет плачевно потом. Я надеюсь, что сейчас в снегу не... А-а-а, ё-моё! Ё-моё! Я чуть не замерз. Это бабка Хаги-Ваги. Так. Да ё-моё! Я хочу на самый верх. Ведь я же Айрон. Я Айрон, и я хочу попасть на сам... О, железо! Ё-моё! Смотрите, какие люди. Так, я вижу, что там еще есть. Блок снега. Чё себе тут прям залежи железо лежит? В этом слою снега. И чего себе мы приподнимаемся выше облаков? Ого! Покоряем вершины в Майнкрафте. Покоряем вершину. Господи. Ну вперед, давай, вперед, наверх. О, еще железо, смотри, еще железо. Все. Добываем. Конечно, добываем. Куда я денусь? 29, 30 желез! Ничего себе! Да нам уже на всю броню на фул сет хватает. Так еще на кирки там. Мы выше облаков, все. Мы уже покорители этой планеты. Оп. Я на самой верхушке. Вау. Все. Я думаю, даже давайте закончим на этом, на этой, тьфу. Давайте лучше, знаете, что еще сделаем? Организуем тут мини-базу. Мини-базыч, которая будет нам немножко расширит. Прости меня. Так. То же самое. Вот так вот. Вот наша мини-база. Так, мы сюда ставим, во-первых, верстак. Мы ставим сюда печку. Мы ставим... А, мы ничего не ставим, потому что... Вот так вот. Хопа. И дальше. Хопа. Ура, мы сделали нашу кроватку. Хорошо. А мы тут давайте положим, во-первых, мясо жарится. Конечно же. Мясо пожарим. Что еще мы можем сделать? Во-первых, мы выкинем лишний мусор, который нам нафиг не нужен. Саженец тоже, семена. Не ставим, почему бы и нет. Так это тоже я хотел выкинуть. Так это вообще прикрафтить. О, можем... Какого черта? Нежеланные кости! Пошел отсюда! Вон, с моего дома. Мой дом. Моя крепость. Ладно, мы можем, в принципе, знаете что? Все, спи, моя радость. Последнее достижение в этом видео.
Все, ладно. Всем спасибо за просмотр. Мы встречаем вот такой вот красивый рассвет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был Iron Run. И всем пока!